Привет, девочки! Меня зовут Юля, если кто с вами не знаком. Вы находитесь на моем канале о вязании. Я пишу мастер-классы, продаю готовые изделия, пишу мастер-классы на YouTube, платные выпускаю на Ravelry в PDF-форматах. Сейчас я в процессе вязания вот такой шляпы. Это пока донышко, перехожу на тулью. Это будет мастер-класс, но мастер-класс это будет не у меня выпущен. Такой небольшой спойлер, наверное. Я перешла на тот формат, что у меня заказывают мастер-классы и видео на изделия. Вот такой интересный формат неожиданно для меня образовался. Я все так же продолжаю вязать и снимать для YouTube. Я пропала на какое-то время со своего YouTube, потому что мое время заняла семья, заняла мое здоровье, еще кое-какие детали моей жизни. И я поняла, что, наверное, все-таки вот мне трудно будет полностью уделить всю себя работе, всю себя YouTube, продвижению, мастер-классу. Я много раз говорила, мне уже даже как-то стыдно об этом напоминать и говорить, что не могу я понять, как совмещают бизнес, семью и детей, и все-все-все. Чем-то надо жертвовать. И в моем случае я, безусловно, жертвую бизнесом, и все свое свободное время я уделяю вязанию. Как я распределяю время мое? Мое развлечение — это мое вязание. Это самое главное, это раз. Потом, я обычно в светлое время суток, когда мне нужно выполнять съемки, забираю на вязание, а вечернее время, это или утреннее время завтрака, это приготовление пищи, какая-то уборка, занятия. А день, когда особенно яркий, когда светит солнце, я обязательно вяжу. Я сходила за планом, сейчас хочу вам показать. Зачем я веду план? План я стала вести где-то с прошлого года, когда у меня получился то ли какой-то аврал, и я поняла, что я, когда сезон наступил вязальный, то я не укладываюсь, я его уже потеряла, да? Волна пошла, а ты уже не на гребне, а где-то в конце, и ты уже не наспеваешь. Например, новогодние подарки. Для новогодних подарков нужно отдельное время все продумывать и создавать их сильно заблаговременно, например, не в месяце декабре, потому что в декабре их уже покупают, а создавать их где-то в октябре-ноябре. А продумывать их нужно еще в августе, в сентябре, да, планировать, смотреть тенденции, тренды, кого будет год, что сейчас происходит в мире, тренды цветов. В общем, после этого я стала вести такой план, куда я вношу не только свои намерения, но и то, что сейчас происходит. Значит, я беру лист и расчерчиваю его на 12 ячеек. 12 ячеек — это 12 месяцев. Вот у меня в январе был план, не знаю, как у вас видно, не суть. В январе у меня был план, что необходимо мне подготовить подарки, видео, снять видео на YouTube для создания подарков к 14 февраля. То есть мне нужно было это сделать в январе. Я этого не сделала, но я-то собиралась. Все накрылось медным тазом, вот это намерение, но по крайней мере я это себе поставила в план. Я вспомнила праздники, которые существуют. Значит, дальше я хотела выпустить в январе, я, кстати, это выпустила, митинги на Ravelry и на YouTube. Я выпустила описание митинок на Ravelry, на YouTube не выпускала. В феврале, значит, подарок на 14 февраля, вот я пишу, и к 8 марта на YouTube. Я этого тоже не стала делать, потому что, по-моему, тогда случилось как раз у нас сейчас, это было начало кризиса. Все-все пошло не так, последовательность была не та. И еще у меня было в планах создать к Олимпиаде в Японии летней, создать какое-то изделие или даже куклу их символа. Но мой малыш Йода меня многому научил, и я решила все-таки это не делать. А вось мне там заблокируют, я не знаю. Значит, в апреле мы должны были быть
не в Москве. Май не расписан, потому что был кризис, непонятно, что происходило. В общем, я не заполняла этот план и вообще забыла про него. И вот на июнь, июль и август у меня уже есть планы. Не буду их показывать, ну, как бы и не хочется, стесняюсь вообще. Но как я делаю? У нас каждый месяц 4 недели. И чтобы уложиться в один месяц, это схематично, так создаю я. Вы можете по-своему писать. Я делю эту ячейку на 4 дополнительных деления внутри, 4 маленькие ячейки. Первая неделя, вторая, третья, четвертая. И теперь я буду в каждую неделю вписывать то дело, то видео или там то изделие, которое я должна выполнить за эту неделю. Если я его выполню, я его либо стерочкой сотру, если я карандашом напишу, либо буду зачеркивать. Если я его не успею, я понимаю, что у меня это дело переходит на вторую неделю, потом на третью, на четвертую, если вдруг оно переносится. Перед этим я создаю список, ну, например, там какой-то такой список на листочке, когда у меня все мои проекты и намерения на бумаге. И далее я их уже расписываю на год, ну или на полгода вперед, как вам это будет удобно, вот в такие ежемесячные, еженедельные ячейки. И так легче держать себя в рамках, в тонусе, в узде и срать свое дело. Извините. Вот. И, кстати, мне это очень помогает. Я периодически обращаюсь к этому плану, оно как-то меня тонизирует и стимулирует на новые свершения. Я решила показать, в общем, этот план, поделиться. Я считаю, что это очень хорошая находка и очень полезная. Я еще недавно сделала себе обновку для своего вязания. Кое-что приобрела, кое-какой аппарат. Никак не могу им похвастаться, продемонстрировать. Давайте я здесь скажу, потом уже более покажу подробно. Я купила себе вязальную машину. Вот. Так сказать, навязала на машину. Все деньги, которые я зарабатываю, знаете, как муж зарабатывает на нас, а я зарабатываю на шпильке. И, в принципе, на этом деле я трачу, сразу убираю их в дело, сразу трачу на какие-то приспособления, но чаще всего я их откладываю, чтобы сумма получилась какая-то более крупная. Вот мы купили вязальную машину. Она однофантурная. Я специально купила такую машину, к которой можно будет впоследствии присоединить вторую фантуру. Пока не стала брать две. У меня нет никакого опыта вязания на вязальных машинах. В принципе, я их даже никогда вот видела только издалека, но никогда даже не трогала руками. Но все бывает впервые, всему мы учимся. Вот я стала, видите, мастер-классы снимать. Вязальную машину тоже освоим. Недавно мы еще ходили в парк, делала я съемку своего нового джемпера из хлопка, и все как-то не так, все как-то не то. Все-таки не хватает еще навыка фотографа, но я считаю, что, ну хотя фотографирую не я, муж меня фотографирует, но на самом деле выходит неплохо. Но я сравниваю свои фотографии со съемкой с журнальными какими-то такими продвинутыми аккаунтами, где, наверное, присутствуют фотографы и стилисты. Вот. Но, тем не менее, я стремлюсь к наилучшему результату. Вообще, это такой влог-болталка. Вяжу и общаюсь с вами. Кстати, я сняла видео, как я занимаюсь спортом. Я в каком-то своем влоге спрашивала вас, стоит ли снимать видео, как я спортом занимаюсь. Я его сняла, практически смонтировала, но выкладывать я его стесняюсь. И, наверное, я не выложу, потому что я посмотрела на это все со стороны. Ну, о чем я могу рассказать? Я просто занимаюсь спортом, я просто приседаю. Да, какие-то я делаю упражнения, но то, как показывают это фитнес-тренеры и какие-то более спортивные дамы, там все гораздо точнее, эффективнее будет, но а мои вот эти какие-то непонятные выпады и попытки научить кого-то, как я занимаюсь спортом, как я поднимаю ногу, до какого уровня, там под 90 градусов, что-то я не захотела все это выкладывать, стесняюсь, в общем, наверное, не буду этого делать, поэтому говорю вам сразу, что у меня это не получится, не буду этого делать. Сегодня у нас июнь месяц, и на ближайшее лето, вот на текущее, у меня очень большие планы по подготовке к вязальному сезону, который осенний.
Надеюсь, я правильно все спланировала, и я успею все, что я запланировала и захотела исполнить. Много, конечно, у нас все изменил этот карантин. Вероятно, сейчас бы в течение времени было бы другим, и я бы, наверное, здесь вообще не сидела. Да, мы все бы где-то были на юге там или у бабушек, или где-то еще за границей, не знаю. Вот, на лето я бы хотела в течение лета снять мастер-классы. Кстати, если вам каких-то не хватает мастер-классов, и вы бы хотели именно их получить от меня, то я прислушаюсь к вашим предложениям и сниму мастер-классы для вас на своем YouTube-канале. Я уже рассказывала, да, как меня заблокировали на Etsy. Я все-таки чаю надежды вернуться на эту площадку. Я в своем видео, естественно, забыла рассказать причины. Ну, и, в общем, я нарушила авторские права. И даже могу с гордостью сказать, что это авторские права компании Walt Disney. Но, в общем, эта игрушка, этот мой малыш Йода, сильно им мешал зарабатывать себе деньги. Вот, поэтому меня заблокировали. И если я буду восстанавливаться на Etsy, то я уже не смогу быть ни под своим именем, ни под своим брендом. Все-все я должна замаскировать, потому что есть какая-то дискриминация, конечно, у них на площадке, что они блокируют не магазин, а непосредственно личность. Поэтому как оно получится? Правда, еще есть площадка eBay. Ну, чтобы ее освоить, это тоже нужно большое количество времени, сил туда вкладывать, чтобы разобраться во всех этих системах ранжирования, как выкладывать, куда, что и какой товар, с какими фотографиями там лучше продается. Насколько я поняла, без выхода на импортные иностранные площадки невозможно добиться результатов вот здесь таких же крупных, как при выходе за рубеж. Безусловно, можно совмещать иностранный и российский рынок. Рынки разные, да? Востребованность товаров для западного покупателя и для нашего отечественного человека это совсем разные товары. А так я постараюсь выпускать еженедельный видеовлог. Я постоянно об этом обещаю себе, по крайней мере, как минимум. Но не всегда это удается. Вяжу сейчас капюшон из Малабрига меча. Вот так у меня хранятся два моточка. Яркая лампа вот так передо мной, поэтому яркое освещение. Время у нас 11:30. Я перевязываю, потому что уже связала где-то 2/3 купола капюшона и поняла, что мне не хватит одной пасмы вот этой светлой второй части. И поэтому я чуть позже начала светлую пасму, чем я планировала. По своим расчетам я следую, только теперь ставлю вот так плюсики в тех местах, которые в ряды я сейчас провязала. И вяжу заново по своей уже рассчитанной схеме. А на экране сейчас, может быть, видно меня. Может быть, не самый удачный кадр, но я смотрю гордость и предубеждение. Вот у них там луна какая-то возникла на экране. Вот и семья. Любит этот фильм? Я сейчас уже пересматриваю, мне очень-очень нравится. Ну, примерно так у меня происходит процесс вязания. Яркая лампа. Параллельно я вяжу заготовки для подсказок. Для видеоподсказок. Здесь у меня стоит тренога, иногда я ее задействую. Это весы, которые с точностью до грамма взвешивают пряжу, если мне необходимы остатки. И лак перед тем, как я снимаю видеоподсказки, обязательно сделаю маникюр, чтобы все было аккуратно, эстетично, чтобы приятно было смотреть на руки. Здесь, безусловно, спицы и мой джемпер, который я никак не могу померить после влажно-тепловой обработки. Ну и стаканчик минеральной воды, просушить горлышко. А там мой драгоценный ромбик, ну пока вот спит. Вот такие у нас полночные вязания происходят. Итак, у меня новая поставка пряжи, если можно так назвать. Вчера ездила в магазин пряжный, хотела снять этот процесс, но что-то у меня там то парковка, то карантин, то маски, то санитайзеры и прочее-прочее. В общем, как-то было не с руки всем этим заниматься. Вот у меня что сейчас на руках. Я, помните, показывала пыльную розу, розовый махер в предыдущем видео. Я писала, что немножко не та история получается, которую я бы хотела. И вот я обменяла
тот махер на вот такой оттенок махера. Тоже три моточка. Посмотрите, какой волшебный оттенок. Это Сиела. Махер на шелке. Цвет 16-13. Суперкит махер и шелк. Волшебный оттенок. Он очень, знаете, такой взрослый. То есть не детский, хотя можно его назвать тоже детским, да, смотря какое впечатление вкладывает слово детский. В общем, он не наивно розовый, он очень нежный, такой пастельный тон. И вот к этому оттенку я его беру. Вот здесь будут полосы. Помните, да, мою историю вот с этим полосатым джемпером? В общем, то, что я хотела. Только единственное, я теперь сомневаюсь в голубой полосе. Вероятно, оставлю коричневый. Я вот здесь на кусочки, как вот я сделала, проэкспериментирую вот с этими цветами, дальше провяжу и посмотрю, стоит ли оставлять коричневый и голубой. Но мне кажется сейчас, что голубой здесь совсем не нужен. Вот такой. Наконец я продолжу этот джемпер. Я думаю, этим прекрасным жарким летом. У нас сейчас 2 июня за окном и сколько градусов? 10 градусов тепла. Это Москва. Не знаю, как у вас, но говорят, что в Челябинской области, например, там вообще жарко. Ну, не говорят, в общем, синоптики говорят, и погода об этом говорит. Там плюс 30, плюс 25, в общем, прекрасно. А у нас так. Эти три мотка у меня для обзора из магазина пряжи. Специально мне предоставили. Вот у меня новый хлопок Lang Golf. 100% хлопок, он с блеском. Вот такой. Цвет сейчас посмотрю. Что-то из этого цвет. Я первый раз имею дело с ленгом, поэтому здесь не написано, где цвет, где партия. Ну, вот посмотрите, пожалуйста, если вам интересен оттенок, то вот здесь можете увидеть. Очень красивый оттенок. Он на камере несколько темнее. Вообще он имеет цвет такой какой-то, если я правильно помню, цветок фиалки, то, наверное, фиалковый. В общем, или голубой. В общем, голубой какой-то необыкновенный. Вот чем хороши дорогие производители, у них есть деньги, они тратятся на это, на колористику, на колеры, на красители, на технологию, и получаются совершенно необыкновенные оттенки и качество материалов. Ну, именно за это мы и платим, да, когда покупаем дорогую пряжу. Это один, потом давайте возьму вот этот. Lana Grossa Funky, About Berlin. Ну, сейчас, по-моему, такая популярная цена пряжа. Везде она, вон в Инстаграме, по крайней мере, ее используют. Видимо, это новинка у производителя, естественно, ее показывают. Очень интересная такая мохнатая пряжа, как травка, только такая, да, густенькая травка. Состоит из 83% хлопка, 17% полиамида. Ну, полиамид прочувствуется, то есть такой скрип характерный, полиамидовый, так назовем. Он здесь есть. Пожестче эта пряжа, чем 100% хлопок мерсеризованный. Даже не пожестче, а как будто посуше. Но в целом она мягкая. То есть нет, конечно, не будет колоться. Совсем просто другое от нее ощущение. Буду вот вязать. Советуют они вязать на спицах 4,5-5. Не знаю, какие я выберу. Протестирую на куске. Посмотрим, как она себя ведет. Какие лучше спицы под мою манеру вязания взять. И посмотрю, что получится. И еще один вот этот поодиночные моточки. Это Байкатя концепт. Байкатя Богема. Цвет 50. И очень интересный состав у этого моточка. Я уже смотрела. Смотрите, 76% хлопка и 24% пеньки. Я уже сама забыла, что только пенька. Думаю, что-то древесное, что-то древесное. А оказывается, пенька — это выработка из конопляного волокна. Причем коноплю порядка 3 лет, как я прочитала про производство конопли, вот пеньки точнее, порядка 3 лет пеньку вымачивают в проточной воде. Вот такая пряжа, очень летний, да, оттенок. Мне нравится, что она выжженная такая, да, как будто от солнца, и еще больше здесь солнечности. Вот интересно, какой эффект получается, в отличие от ярких оттенков, которые бьют глаз, вот эти цвета кажутся более летними, потому что видно, словно они уже побывали на солнышке, и абсолютный солнечный летний эффект от таких оттенков. 50-120 метров здесь метраж, здесь я, по-моему, не говорила совсем. 50-125 классика. Угу. Пока найду.
А, ну, конечно же, сами видом месте. 50-130. В общем, классические толщины. И смотрите, как интересно, да, когда у нас мохнатая пряжа, вроде бы похожая длина нитки 50-130, 4,5-5. И здесь тоже 50-125, но производитель рекомендует 3-4 номер спиц, ну, что вполне логично. Вот насколько все-таки вот эти изыскания, ворсинки, ленточки, махнушки, насколько меняют толщину спиц для использования. И сразу объем мотка даже другой. Хотя вот этот поплотнее совсем не намного по объему. Оба весят 50 грамм. И вот эти три мотка, это у нас Катя Marble Wood Pulp. Да, я здесь прочитала. Это у нас не просто рафия, это не пальмовое волокно, это у нас целлюлоза, вискоза, вот целлюлоза. Ну, целлюлоза, понятно, это у нас что? Бумага, то есть это бумажное волокно. Вот удобно очень показывать, что на сумку, правда, непонятно какого размера, ну, что-то средненькое, видимо, дамскую сумку, расход идет 2 мотка. Крючок 4-5, спицы, ну, на спицах я не буду ее вязать, использую крючок. Ну, вероятно, этот и возьму, а может быть и поплотнее. Я тоже посмотрю по своей технике, по тому рисунку, что буду использовать. 165 метров в 50 граммах. Намотаны мотки на деревянный каркас, на тубус. Очень удобно. Ну, изнутри здесь я не достану, буду снаружи вытаскивать. Вот у меня три моточка. Это будет или сумка, или шляпка. Посмотрим еще. Так, это рассказала. Ну, вот такие у меня планы. Сейчас я вот это отложу на второй план. Вначале займусь вот этими обзорами и вот этим вот изделием в будущем. Хороших вам удачных проектов. До новых встреч!